о толерантности. Несмотря на громкий статус Кубка мира, церемония открытия турнира здесь, в Сандвикене, проходит достаточно скромно. Однако в этом году организаторы Кубка предприняли достаточно необычный шаг, и в дело, надо полагать, вмешалась политика. Известно, что в настоящий момент Европа переживает достаточно острый миграционный кризис. Вот и здесь, в Швеции, конкретно в Сандвикене, можно увидеть очень большое количество выходцев из Африки, Ближнего Востока и Азии. И надо заметить, что не все шведы благожелательно относятся к новым соотечественникам. По этой причине правительство страны прилагает большие усилия для того, чтобы снять вот этот барьер недопонимания между мигрантами и коренными жителями. И вчера на церемонии открытия был предпринят такой интересный политический в каком-то мире шаг. Выступил сводный хор детей мигрантов, которые исполнили песню о любви к Швеции. Получилось достаточно трогательно, красиво и одновременно торжественно.